Судили, рядили по взяточнику до августа 2012 года. Областной суд наконец назначил ему штраф в 65 миллионов рублей. Дали рассрочку на 5 лет и стали отслеживать поступления. Но, конечно, брать и отдавать вещи настолько разные, что даже такие многомудрые люди, как чиновные начальники, не могут достичь в этом деле равновесия. Вместо положенных миллионов взяточник выплатил едва больше 125 тысяч. Вмешались судебные приставы и обратились в этой связи в судебные органы. Рязанский областной суд был суров и справедлив, а посему вынес постановление о замене наказания бывшему главе Пронского района Николаю Максимушкину. 30 мая 2014 года Рязанский областной суд, заслушав участников процесса, постановил осужденному Максимушкину неисполненное наказание в виде штрафа в размере 65 миллионов рублей, назначенное приговором Рязанского областного суда от 10 августа 2012 года, заменить лишением свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.